Был такой случай, когда я ездил на Гольф-3. Иногда на крутых подъемах масленка начинала мигать и сигнал подавать. Конечно, я останавливал машину, мерил уровень масла и так далее, но когда через несколько минут двигатель чуть остывал, я запускал двигатель и ехал дальше. На трассе и в городе все было в порядке. Но, видимо, на подъемах, когда двигатель сильно прогревалось, масло теряло вязкость, и на больших температурах выскакивала тревожный сигнал масленки. Приходила один мысль, что сетка маслоприемника забита. Наконец-то нашел время и заехал в мастерскую снять картер поддон и посмотреть, что там происходит. Когда механик начал винтики поддона откручивать, он сразу заметил, что на картере есть вмятина, и показал. Сказал даже, что у нее было несколько раз именно такой случай, когда машина приезжала с мигающим масленком. Когда картер выпрямили или заменили, все стало на своем месте, и машина начала работать исправно. Сняли поддон, почистили, помыли, выпрямили. И самую главную причину, по нашим мнениям, посмотрели на сетку маслоприемника. В каком состоянии она была? Оказалось, что все чисто и никаких налетов нету. Поставили потом все на своем месте, залили новое масло. И после этого все в порядке, и никаких миганий и масленка у меня не было. Вот так. Когда масленка начинает мигать, в первую очередь загляните под машину, и потом начинайте мерить уровень масла и гадать, в чем проблема.